на заре. Голоса зовут меня на заре. Небеса зовут меня на заре. Голоса зовут меня на заре. Ну что, народ, всем салют. Начислим 9 февраля. И мы чудесным способом попали на выставку «Россия Форум» 2024 года. Прошли успешную регистрацию. Сейчас побегаем, посмотрим, что здесь вообще происходит, творится. Белгородцы, получается, у нас тюльпанчики. Ух ты. Что-то. А подскажите, пожалуйста, это у вас так на полях тюльпанчики, да, растут? Молодцы. Да? А большая эта площадь? Ну, сколько примерно? Плюс-минус. Ну, вот цветов, например, площадь. Не знаете, сколько у вас тюльпанов? Ну, по всему городу. У нас же фестиваль цветов. А, то есть они уже цветы зацветы. А, ну это будет, вот когда будет весна. Да, у нас всегда проходит. Получается, город от цвету, река в цвету. Да? И у нас прям вот приезжают вообще много. Сколько именно? Да, потому что одни убирают, отцвели, другие. И это на протяжении вот долгого времени происходит. Молодцы, красиво, конечно. Так, потихонечку продвигаемся дальше. Здесь уже наша Владимирская область. Вот так вот выполнен стенд. В форме наших, наверное, я так понимаю, Золотых Ворот. Что у нас здесь представлено, сейчас посмотрим. Покровский пряник. Владимирская область, регион со смыслом. Также, что у нас производится именно в нашей области. Награды. Скажем, достижения. Пожалуйста. Это у нас получается фабрика Аскона. Добрый день, перед вами капсула для отдыха, для релакса от Аскона, которая оснащена умной подушкой, ортопедическим матрасом. Также в капсуле располагается аромадиффузор, освежитель воздуха от компании Русклина. Также можно наблюдать планшет от компании Bike Air. Все это оснащено в капсуле. Ну, ее как бы можно заказать, что ли, так понимаю? Ну, ее можно заказать, как бы... А вообще это эксклюзивно было сделано для выставки. То есть это выставочный стенд, да-да-да. Который в производстве на данный момент нет. Ну, будем надеяться, что в перспективе появится. Так, чтобы можно было подойти, просто, грубо, пощупать, потрогать, да? Да-да-да. Замечательно. Олег Валерьевич стоит, всем все рассказывает. Вообще, главнейший молодец. Олег Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что у вас за продукция здесь представлена? Ну, смотрите, у нас концепция нашего сегодняшнего стола на Дне сельского хозяйства на международном выставке форуме России, она близка той концепции, которую вообще в павильон наш заложен. То есть это сплав традиций и нового. Если про традиционные вещи говорить, то понятно, что это хлеб, который всегда должен быть на столе. Это традиционные наши молочные продукты, мясные продукты, группа безалкогольных напитков и
теперь про новинки. Вот, например, ребята из Собинского района производят супы. Есть линейка нейросупы, это лечебная линейка супов и традиционных супов, когда в кастрюлю с горячей водой засыпается содержимое пакета, причем содержимое без какой-то химии, здесь даже нет соли, все остальное хозяйка или хозяин, повар, в общем, добавляет сам и готовит по вкусу. Дальше из новинок, опять же, вроде бы где море, да, морская рыба и Владимирская область, но у нас есть замечательная компания «Владкон», которая, как они утверждают, первые в России и единственные производят тушенку из тунца, например. Новый интересный продукт. Или вот салатная группа, тоже с добавлением тунца. И снова на их фоне традиционные консервы. Не могу обойти вниманием, конечно же, и продукцию группы компании «Делаван» или нашего Владимирского хлебозавода. Чем она хороша? Вот мы здесь видим черную смородину и малина. Начинка произведена, ягоды точнее, произведены тоже во Владимирской области. Натуральные, вкусные, свежие. Вот вроде бы обычная коробочка с яйцом. Но в этом году мы отмечаем тысячелетие Суздаля. И вот этот QR-код, если на него навести камеру своего смартфона, то можно окунуться в экскурсию по Суздалю, который, как я в этом году сказал, отмечает тысячелетие. Есть уникальная продукция сыроваренная. В чем уникальность? Этнический англичанин на Владимирской земле организовал производство и молока, и его переработку, и производит замечательные продукты. Много чего интересного. Международный уклон, да? Компания «Ханны» на территории Владимирской области имеет свою производственную площадку и производит, и каждый год наращивает, расширяет производственные линейки, паштеты, другой мясной продукции. То есть очень-очень много всего интересного. Если кто-то уголок пройти, то там компания «Хаппи» представляет свою новую растительную линейку. «Фуджитал» называется. Так что Владимирская земля – это аграрный регион, где производится очень-очень много интересных, вкусных, а главное полезных продуктов. Ну, все здорово, молодцы, конечно. Спасибо. Будем дальше продолжать. Спасибо большое нашим производителям, кто сегодня предоставил нам свою продукцию. И витринно показывает все достижения агропромышленного комплекса нашего региона. Не, ну вот я сам лично видел даже вот в «Пятерках», вот Суздальский, да? Просто, ну, отличное молоко, творог, как бы йогурт мы постоянно берем. Конечно. То есть это вообще все на ура. Также медовушка, так скажем, лакинская. Просто здорово. Мы обошли как немного вниманием, да, яблочные соки, не только яблочные соки и морсы компании «Алонка». Яблоки это тоже произведены, сами выращены во Владимирской области. Почему и здесь вот стоит такой значок из владимирских яблок. И это действительно не из концентрата, а именно из свежего фрукта сделано. Джемы, повидло, все то же самое. То есть все свои сады как бы получается? Да, именно так. Молодцы. Что же, пока свободная минуточка. Сейчас прогуляемся, посмотрим. Это у нас Костромская область. Так скажем, наши, можно сказать, соседи. Посмотрим, что у них тут есть. Тоже небольшая продукция представлена, сыров. Ярославская область, сейчас посмотрим, тоже зайдем. Это уже наши соседи, получается. Ого! Такой, больше скажем, стендик, как бы даже не сельскохозяйственный. Вот аппарат, сейчас спросим. А скажите, пожалуйста, вот в Ярославской прям области делается? Да. Город Рим. Внутренности тоже все наши или там что-то как-то? Стоит китайский, но есть уже снегоходы с российскими двигателями, да, полностью есть. Молодцы, молодцы. Так, нормально хоть? Сколько он кубов так, знаете? Или какой-нибудь там по литрам, как они же там? Ну, вот это стоит. Это самая простая его версия, туристические.
А есть серьезные снегоходы, они вот так работают. А, еще серьезнее, да? Есть серьезная работа в арктических условиях. Да? Да. Молодцы. Вот так вот, ребят. Даже у нас было что-то есть. Такой вот аппаратик. Он даже уже и этот, по мне, так серьезненький. Если есть еще более серьезный, значит, это у нас получается Тамбовская область. Сейчас, ребята, я вам покажу. Надо было нам тоже с вами подмутить такое. То есть, пожалуйста, тюльпанчики уже своего производства. Рассада томатов. Здесь у нас там получается рассада овца. Надо было тоже нам такой подмутить секцион. Прям тюльпаны пахнут как с луковичкой на гидропонике. А, красота. Там знакомый запах вообще. Всех участников и гостей международной выставки форума «Россия». Сегодня нас собрала Москва, символ дружбы и единства народов великой и неделимой России на замечательном празднике международной выставки форума «Россия». Река Волга рядом. Корочка, пожалуйста. Ну, я думаю, наверное, скорее всего, это как бы выращенные уже осень, осетра у них, так скажем, там в прудах. Так все красиво. В основном все на это как бы и делается здесь акцент. Пожалуйста, смотрите, ваши тоже всякие красивые наряды.
Красивые вот наряды, молодцы. Погуляемся, посмотрим. Так скажем, наверное, здесь будет показано, как люди живут на Дальнем Востоке. Ну что, ребята, как могли заметить, народ здесь живут, просто топы. Куда ты подойдешь? Сейчас прорваться, как потихоньку смотреть. Сейчас, я думаю, что все экскурсии основные пройдут. И уже пойдем мы посмотрим. А так, конечно, куда народ вообще бульон. Хабаровский край, родина не только самолетов. А туристический бренд номер один, это вообще на все острова, да? Да. Ну, как-то, а это вы, получается, как бы, ну, семинарами занимаетесь? Как? А, да, это сельскохозяйственные достижения Хабаровского края. А где их можно приобрести вообще образно? А, в Хабаровске. В Хабаровске только? А так что, никак? Ну, транспортная компания, не знаю, там отправлять, не отправляете? Вот эти вопросы, честно говоря, не интересовался, это можно узнать у представителей. Да, а эти все. А семена эти где-то, кроме Хабаровска, можно купить? Ну, если не в Хабаровске, то где? В Москве я могу купить или где-то, как заказать, как что-то? Вообще, семена – это собственность Дальневосточного института сельского хозяйства. Давайте зададим вопрос представителю института. А-а-а. Это вы представитель? Нет, нет. А, вот. Ну, они как бы вообще выращиваются хотя бы семена, то есть, ну, как бы, да, из них выращиваются, все, да, все да, нормально. Да. Ну, как бы они уже там под тот климат как бы подобным. Да, да. Можно семена такие приобрести? Да, если только
приобретать их в нашем институте. Только в институте? Только в институте. Ну а вы отправляете транспортными компаниями или как там? Как? Ну транспортными компаниями отправляете. А вы для какой цели? Для себя. В смысле, для себя? Ну, в теплице. Они, это не тепличные. А... это все открытого грунта. В теплице. Значит, будем в открытый грунт сажать? Ну, если в открытом грунте. И томаты тоже все открытого грунта? Все открытого грунта. И все растет? Ну, конечно. Да? И вот так вот. И в нашем климате здесь тоже вырос. В вашем? Ну, грубо сказать, ну, у нас мало очень света. Мало света, да? Да, у нас все-таки солнце очень много тепла. Нет, у вас вырастет все, я не знаю, какой у вас период вегетации. А какого у вас световая зона? 12. У вас 12 световая зона? Да. Точно? У нас получается 3 или 4. А у вас 12. Ну, круто, конечно. Но если у нас больше 300 дней солнечных в году, да. Поэтому вы столько солнца не видите, это у вас сегодня хорошее солнце. А летом? У вас не тепло там получается? Очень тепло. Очень тепло. Очень тепло. И влаги достаточно. И влаги достаточно. Влаги у нас и солнце будет. И солнце. Хорошо. Так что у нас все хорошо. А у нас ничего нет. Спасибо. Так, ребят, ну как могли слышать, получается у нас в Хабаровске очень много солнечных дней, так что едем все туда. По-другому никак. 300 дней в году солнечных. У нас, конечно, я даже не знаю, по пальцам пересчитать. Особенно сейчас будет весенние дни. Когда нам будет тепличка, особенно не хватает. А у них, пожалуйста, можно сказать, всегда оно есть. Thank you.
что же, миленькие мои, вот я и дома, так скажем, сразу с корабля на бал. Концовочку снимать там было некогда, так как было время позднее, нужно было быстрее бегом ехать домой. Хотелось бы сказать огромное спасибо министру сельского хозяйства Владимирской области, Пугаеву Олегу Валерьевичу, Роману Камалдиновичу и его команде за то, что пригласили меня на столь большое мероприятие, так скажем, дали возможность побывать, ощутить на себе всю эту прекрасную атмосферу. Ну, даже не просто то, что там пригласили, а взяли, привезли, увезли, накормили, напоили. За это вам огромное спасибо. Конечно, сам бы я бы так, ну, и не побывал бы там. Ну, а так, в принципе, мне очень все понравилось. Всем советую там побывать. То есть, как бы даже с семьей. Там очень много для детей, для маленьких, для взрослых прихолюх. Да, там даже, ну, от 3D очков, там 3D моделирования до обычной, даже простой песочницы. Походите, погуляйте, развеетесь. Ну, просто класс. Ну, а на этом, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Обнял. Ну, а мы пойдем дальше ковыряться с нашими тюльпанами.